Приветствуем! Знаете ли вы, что нынешние местные выборы 5 и 19 ноября местами изменили политическую карту страны? При этом на севере Республики Молдова перемен куда меньше. Здесь большинство примаров, избранных в городах, представляют партию социалистов Республики Молдова. Речь идет о Бричень, Окнице, Дандушень, Сороках и Флорешт. Политическая партия «Наша партия» находится на втором месте по числу мэров городов. Кандидаты от нашей партии выиграли выборы в муниципии Белц, а также городах Дроке, Рышкань, Гладень и Фалешть, проиграв социалистам Дандушень. Партия «Действие и солидарность» ПАС заполучила только одно место примара – Сенжерей. На ноябрьских выборах впервые на севере страны избрался примар от Лиги городов и сообществ – ЛОК. Речь идет о Константине Кожакару, который остался во главе муниципия Единец. В остальных регионах Молдовы у ПСРМ ПАС и нашей партии есть еще несколько мэров в городах и муниципиях. При этом несколько населенных пунктов оказались под управлением независимых примаров. В ходе всеобщих местных выборов, которые прошли в два тура 5 и 19 ноября, были избраны в общей сложности 895 примаров городов и сел. От ПАС был избран 291 примар, или 32% от общего числа мэров Молдовы. На втором месте оказалась ПСРМ со 144 местными выборными руководителями, что составляет 16% от общего числа примаров страны. На третьем месте независимые мэры – 116 человек. We'll be right back.